В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга, общественного деятеля Ильяса Жансугурова. В областной библиотеке имени Сабита Муканова прошел литературный вечер «Жыр Кулагере». В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, сотрудники Академии Национальной гвардии, школьники и студенты колледжей. Подробности далее. Драматург, переводчик, журналист Илья Жансугуров был разносторонним человеком. Будущий поэт и писатель родился в 1894 году в отдаленном ауле номер 4 Аксуйской волости Капальского уезда Семиреченской области. Свои первые стихи написал в 17 лет. Илья Жансугуров – поэт, писатель, драматург, прозаик. Он имел навыки качественного перевода. За свою короткую жизнь он оставил богатое и бессмертное наследие. Его вклад в отечественную литературу будут помнить еще долгие десятилетия. Произведения Ильяса Жансугурова затрагивают сложные и актуальные темы. Его знаменитое произведение – поэма «Кулагер». В ней рассказывается о композиторе 19 века Акана Сире Курамсаулы. Самая его знаменитая поэма – это «Кулагер», которая оставила такой след в истории. Ее разбирали очень на различных конференциях научных, потому что она уникальна тем, как передалось, то есть было сравнение той жизни и жизни на политическом плане. Благодаря ему мы знаем Евгения Онегина на казахском языке, также таких прекрасных авторов, как Максима Горького и других, которые писали вообще, тоже были классиками мировой литературы, и, соответственно, он их переводил. Гулай Калиханова учится на третьем курсе Козыбаев университи. Несколько дней назад девушка приняла участие в республиканском фестивале «Улин деген әр сөздің ұнасымы», где завоевала гран-при. Недавно мы побывали в родном городе Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане. С большой поддержкой нашего преподавателя мы смогли получить гран-при. Ильяс Жансугуров – яркий пример для нынешнего поколения. Мне очень нравится читать его произведения. Они имеют глубокий смысл. Илья Жансугуров является гордостью казахской литературы 20 века, самого сложного века в истории человечества. Малика Кайрат, Дамир Искендиров, служба новостей.